шуток. Я никогда их не пойму. Не смешно. О чем ты снимал? Лара, это же это Бигина поняла дело. Не я это сделала. Ты меня дотронулся. Кто-то это увидел и сказали Диме. Дима предъявил мне в шутку, не в шутку. Я не воспринимаю, нет, я не воспринимаю эти шутки. Если мне кто-то говорит, что я с кем-то флирту, я иду и решаю этот вопрос. Я буду решать за всех. Это мне право, даже не я сделала, это ты сделала. Нет, это не мои проблемы. Тёма, это твои проблемы, потому что ты можешь что-то такое использовать. Я почему-то к другим не сделаю. Нет, не да. Мне очень просто. Ну туда не твои мозги, если не дашь сказать. Все. Ты понимаешь, Артём, что не она подошла к Диме, а именно Женя. Даже ты сама реагируешь на то, что Дима подошел в шутку, тебе сказал, ты сказал, ну да, по приколу, да, и все. Нет, я хочу, чтобы моему молодому человеку.